Новичок Дэнни Крюгер выступает на Subaru STI с четырехцилиндровым двигателем. Все остальные машины в гонке восьмицилиндровые. Увидим, справится ли с ними маленькая Subaru. Отдельное спасибо спонсорам. Вы готовьтесь, а я нас запишу. Хорошо. Ну и болван. У него дикий крутящий мальчик. На старте он тебя обойдет. Сложно представить более разные машины. Весело, да? Да. Финиши. Дамы и господа, Крюгер в финале. Что? Молодец. Это было неожиданно. Удивительно, что Subaru добралась до финиша. Теперь перед Крюгером самое сложное. Джейк Кендалл весь день показывал лучшее время, чем Дэнни. Дэнни может надеяться только на чудо или еще на пару цилиндров. Что ты делаешь? Поднимаю давление. Это быстрее не получится. Дэнни, ты чего? У тебя все на максимуме. Хочешь, чтобы движок разорвался? Всего полторы атмосферы, можно еще выкрутить, тогда будет шанс. Есть другой способ выиграть пару десятых. Какой? Переключение под нагрузкой. Это также опасно. Нет, только если ошибешься. Не кисни. Нельзя, чтобы мальчишка Крюгера тебе сделал. Люди не поймут, слышишь? Да, сэр. Ты готовы уже? Да, покрышки поставили, глушитель сняли. Мощность подросла, но не зарывайся. Понятно. Даешь японку.